Ежедневная молитва. Я приветствую Тебя, мой любимый Небесный Отец. Я приветствую всех серафимов, архангелов. Я приветствую всех ангелов и вознесенных мастеров. Я приветствую воинство Божие. Я благодарю Вас за каждый вздох и каждый миг моей жизни. Благодарю за то, что Вы всегда рядом со мной. Я ощущаю ваше присутствие. Сегодня, дорогой Отец, я прошу Тебя, дай мне смирить мою гордыню и значимость. Позволь мне обнулить все мои осуждения и ожидания. Позволь мне помнить, что все земные богатства мне не принадлежат. Ведь все ниспослано Тобою. Я благодарю Тебя за все, мой родной и любимый Творец. Позволь мне принять все события в моей жизни со спокойной душой и твердым убеждением, что на все Твоя святая воля. Пускай прямо сейчас на меня снизойдет Дух Святой, очищая от всякой скверны и чужеродной энергии. Прямо сейчас я прошу Тебя, Дух Святой, очисти меня святым божественным огнем. Благодарю Тебя, дорогой Отец, на всякий час, сегодня, во всем наставь и поддержи меня. Дай мне всецело предаться воле Твоей Святой. Я прошу Тебя, дорогой Творец, дай мне силы, чтобы легко пережить утомление наступающего дня и все события в течение дня. Прямо сейчас я беру свое Высшее Я за руку и провозглашаю чистое намерение славить имя Твое, Отец. Пусть все ангелы, архангелы и серафимы позаботятся обо мне и обо всех моих родных и близких. Я прошу вас, все высшие истинные силы света, сопровождайте меня на всех путях моих. Благодарю и признаю это явленным, явленным, явленным.